Сегодня, 20 августа 2024 года, состоялось очередное судебное заседание Южного окружного военного суда по уголовному делу, так называемого «Джанкой-2». Это 6 человек крымских татар, которых обвиняют, по моему мнению, несправедливо обвиняют в участии запрещенной в России организации, которая признана террористической, Хизбут-Тахрир аль-Ислами. Значит, в ходе судебного заседания были допрошены 11 свидетелей защиты. Это родственники, знакомые, сослуживцы наших подзащитных. Ну, кроме того, что они все охарактеризовали ребят только с положительной стороны, ключевым моментом явилось то, что вся их жизнь была на виду. И ни в каких организациях, никаких секретных собраниях они не принимали участие. Кроме того, все родственники, все знакомые, друзья, сослуживцы, кто был в курсе, подтвердили, что никто из них не входил, не совершал какие-то религиозные обряды, намаз в той мечети, которая, по версии обвинения, они собрались на тайном собрании, и, собственно, это является одним из основных доказательств стороны обвинения. Все они ходили в разные мечети, кто-то знал друг друга, кто-то не знал. Но, тем не менее, вот эти, я бы сказал, высосанные из пальца доказательства сегодня не получили никакого объективного подтверждения.